лабораторией массовой сердечной, как она называется. И сегодня мы представляли доклад об автоназии, и мы изучали одобрение населения автоназии, то есть мнение простых людей, фактически обычных людей об этом феномене. И мы сегодня рассматривали разные причины, почему в одних странах одобрение находится на максимальном уровне, почему в остальных оно на минимальном уровне. И мы вывели целый ряд характеристик, мы исследовали очень активную литературу, мы выявили очень много факторов, и сегодня объединили их в одно исследование и рассказали об этом. И что, наша основная идея в чем? В том, что ценности сегодня очень значимы. И ценности человека, и ценности культуры. И религиозность в то же время значима. Но сегодня ситуация такова, что религиозность сказывается на выраженности тех или иных ценностей, и ценности уже способствуют тому или иному уровню этого неэтаназии. Это ключевая идея нашего исследования.